Всем привет, на связи Дмитрий Шабалин, руководитель отдела продаж компании Windhouse. Сегодня мы отправляем баньку 4 метра в город Данилов. Она у нас уже полностью готова, сейчас она ждет у нас отправки. Хочу показать вам, как мы начали делать двери. Делаем немного двери по-другому, теперь они у нас более массивные. На каждых дверях мы добавляем фиксаторы, для того, чтобы дверь закрывалась более плотно. Таким образом. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Дверь входное отделение такая же массивная у нас осталась. Тоже с фиксатором, тоже все плотно закрывается очень хорошо. Входное отделение по стандарту, то есть печь, бак для нагрева воды и защита из минерита. Все установлено. Также краник для слива. Вот такая банька у нас сегодня уезжает в Данилов.